все с тобой пойдет. Мне ваших детей грестить, поэтому типа выбирай сам. Но говорю, что можно получше найти. Особенно если еще и слухи какие-то, то вообще тут зачем? То если бы там была FIFA, то тогда можно было бы слухи пропустить мимо ушей, а так. Но тогда остается один вариант, и да. Задух, то есть е. Мне Игорь тут тоже понимает, что тоже уже никак. Да я под твои вкусы не подхожу, выбачаюсь. Ты такая гарная квитка, дякую. Ну привет, вон он две эти. Работы, ты тоже, знаете, отношения долго не протянут. Вика, поедешь. Тут тоже как бы надо понимать один моментик. Ой, малой, выкинь, пожалуйста, стаканчик. Спасибо большое. Спасибо. Так, подходишь по всем параметрам. Марина, Марина, помнила, да, спасибо. Да я не в меркантильном смысле, я вообще говорю. Сразу мы вкусы спустил. Сейчас за малого сама будешь выбрасывать свой стакан. Так, а ему реально, он же класс... Ты какой класс? Седьмой. А, седьмой, я думала, шестой. Ну, седьмой. Ну, а что я еще не так сказала? А что мне надо было сказать мужчину? Всей моей жизни. Просто фотка неудачная была. Я понимаю. Не обрадовалась. Ты откуда, красавица? Я скинула. Как вы боретесь? Что? Вот ты не оценила. Да ладно, я же говорю, типа, у каждого свои вкусы. Я же не говорю, что они плохо выглядят. Просто сказала, что я думала, что что-то будет поярче. Спасибо тому, кто тапает. Вы тапаете, пожалуйста, поиграть. Пацан тебя еще не знает. Так и знал, что ты как красавчик в Украине. А ты из какого места? Русь. Не такие красотки сейчас не только в Украине. С Украины повыезжали. Но реально, вот без шуток, очень много красивых девушек выехало за границу. Кто-то деньги любит, а кто-то детей, а другой эскорт из студии называть. Привет, красуня, привет. Понимаешь, ты только на любви свою семью не прокормишь, детей своих не прокормишь, если просто только о любви говорить. Да там и любви не будет, если вы будете жить такой, как бомжи, грубо говоря. Там будет в голове только как бы заработать денег и все. Похоже на Надю Дорофееву, красотка. Да не похоже на Дорофееву. Вы просто не понимаете именно, о чем я именно говорю. Я не могу правильно донести свою мысль, но это сейчас я не про меркантильность. Сейчас речь вообще далеко не о меркантильности.
Дорофеева отдыхает. Помнишь, Марина была? Сколько влезет в мешок, столько и надо. Да, ну вообще, типа, я могу... Это зимой было, на то полгода. Я могу по-разному месяц тратить, абсолютно по-разному. Мне что надо? Мне много не надо. Мне нужно кофе попить, мивинки поесть, а покурить. У меня нет пропадал, что ты там говорила. Я уже не помню.